Всем здоровенько, ребятки. Как всегда, с вами Домко. Сейчас будем играть соло рейтинг. Ком герой еще пока не решил. Ну, наверное, это будет лесник. Ну, возможно, это будет линия. Посмотрим. Возможно, вообще это будет саппорт. Как бы давно я не катал на саппортах. Ну да ладно. В общем, хотел поговорить по поводу последних комментарии, которые были написаны в последнем видео, а еще поговорить на такую тему. Вот я сегодня за неделю, получается, нет, за неделю где-то третий раз зашел, короче, в доту поиграть, и точнее третью игру где-то я сыграл за неделю. И вот первая игра за сегодня закончилась тем. Смотрите, я играл на Аксе. Кстати, победу написала. Ни хрена себе. А, нет, нет, это не та игра, нет. Сейчас будет игра на Аксе. В общем, она еще не закончилась, но я сейчас расскажу. В общем, я взял Акса и пошел в лес. У нас был Пуч, Сларк, Лина. И кто еще? SF, Акс, Пуч, Сларк, Лина. Все. Значит, суть в чем? SF взял SF последним пиком. У нас уже был Пуч. Тем не менее, SF взял последним пиком SF и пошел на мид. Отыграл на миде 0.5 и ливнул. Соул рейтинг. Это вообще нормально, нет? И причем, когда он ливнул, было написано: вы можете спокойно покинуть эту игру, но статистика будет записана. То есть, охуенно, блять, просто браво. При этом я там старался, потел, там убивал их, и у меня счет был нормальный. У меня счет был там 4-1 или 4-2. Но как бы я к тому о справедливости, так скажем, хотел бы. Так, ну чё, кого нам брать-то? Брать-то кого нам? Кого? Минер, да? Надо что-то, что контерит. Лансера, это шейкер уже взят. Ну я подберу, наверное. Так. Но если у нас Ларк идет туда, значит я могу взять. На самом деле я в замешательствах, что мне взять. Такого прям, чтобы жесткого. Давайте зарандомим. Легионш. Наверное, пойду лес, фармить дагерок и начать как-то. И на самом деле, ребят, я очень давно на ней не играл. Могу вообще, конечно, закосячить, но постараюсь нормально отыграть на ней. Так, вампиризм. Вампиризма. В принципе все. Давайте теперь разберемся по поводу комментариев, которые были написаны в последнем видео, где я просил дать мне эти погодные условия, не знаю как их назвать. Вот, если у кого-то есть возможность, да. В то время, как мне были написаны комментарии там подобного рода, что он кого-то притормаживает. Комментарии, что ты вот такой сякой, тебе не за что вообще ничего давать, ты сам должен давать, чтобы с тобой играли твои подписчики и прочие херня. И во-первых, даун. Именно даун. Знаешь, почему ты даун? Потому что ты долбоеб. Вот.
Почему я не стесняюсь в выражениях? Да потому что я никогда ни за кем не бегал, никогда никому не лежу жопу. Вот. И... Я не буду с ним бодаться, конечно. А... Посмотрю, Рон, как он возьмет. Если кого-то что-то не устраивает, я не заставляю никого. Скай нужен будет убить, наверное. Меня смотреть. Вот в чем фишка моя, так скажем. Я, если мне что-то не нравится, я посылаю сразу же нахуй. Я не буду никогда лизать никому жопу. Ни своим подписчикам, зрителям, ни известным каким-то людям. Никогда никому не лизал и лизать не буду. Если я хочу сказать, что ты долбоеб, я тебе скажу это. Если ты нормальный тип, я скажу, что ты нормальный тип. То есть... А чё, блядь, я не понял. А здесь должна Легионша соло стоять или чё, я не понял. Пускай идёт. Пусть идёт. Так вот. Подобные комментарии мне... Охуенно. Говно ебаное, блядь. В предыдущей игре СФ, блядь, также слил мид и ливнул. Буч. Даже размучу это говно, блять. Чё сказал, а? Сука, блять. Чё-то пиздит там, блять. Мид слил еще, пиздит что-то. Да, конечно, можно сказать, ну блин, но он же против Вайпера стоит. Ну, всякое может быть против Вайпера. Все-таки тяжело. Да никто же его не заставлял сладко брать против Вайпера и идти в мид, правильно? Он взял, он пошел на эту линию, будь добр, отыграй нормально. Нет, нет, блядь. Парень, блядь, взял сларка и пошел нахуй, слил мид и Вайпер, все. Это что, я его заставил сларка брать? Нет. Я его заставил мид идти? Нет. Мне вообще похуй, куда он пойдет. Все, он будет сосать, он ничего не сделает, этот минер. И если команда сейчас ни о чем, да, как в предыдущей игре, все, опять пройдет. Как бы, блядь, пиздец. Outcomotion! Если честно, ребят, я не знаю, как в последнее время качают легионку. Ну, как бы, я вот по старинке, первая, вторая. Вообще, легионша вот здесь вот довольно неплохой выбор против фантомы, в самом-то деле. Удачно мне она поп... Ну ты гандон, конечно, блядь. Ты пиздец, аж сюда пришел, блядь. Ну сладко. Охуенно. Что могло меня спасти от этого ганга? Ничего. Потому что я не видел СС. Тупо я пиздел. Все. Да даже если бы я видел СС, я бы вряд ли ушел. Я ни за что не подумал, что пуш сюда пойдет. Он пошел. Могло еще спасти меня от этого ганга Лотар. Ой, Лотар, сапог. Но мне его не было. Давайте продолжим по поводу комментариев. Да ты чё, гандон, блядь? Куда?
кусок, блядь, сала ебаного. Голимый кусок ебаного сала, блядь. Ебаный ноль, нахуй. У меня, вы знаете, вот такое предчувствие было, что он сюда, сука, пошел за мной, да? Странно, как я его не видел, он как-то, видимо, обошел, блядь, может, я просмотрел, ну... Было у меня предчувствие, что он именно за мной опять пойдет. И, блядь, в натуре пошел гандойный кусок говна. Смотрите, блядь. И не странно, как я его не заметил в тот раз. Сейчас можно ебнуть его, козла ебаного, прям принципиально опять убить. Где? Зажимай говно. Отлично. Давай. Я тебя хильну сейчас. 5 секунд. Да не надо, бот убить. Окей. Сука, сало ебаное, блядь, кусок нахуй. 3 раза подряд, блядь. Смотри, друг его идет. Минировать. Ну они что-то фидят. Да они ёбнутые вообще кончено. У тебя какое оно, да? У меня? Да. Такое же, как у тебя. 3600? Ну да, примерно так. Наверх на руне есть? А, там кто-то руны. Вон внизу руна есть. Там он минировал, наверное. Я же забыл, что курс. Ну нет, там же вард стоят. Хотя он вот здесь что-то ходит, да, минирует, походу. Да, лучше туда не ходить. Что мы до сюда повадились, уёбки, за мной. Ну там минирует. Смотри, аккуратнее, он может выйти. Хотя суицида у него уже ничего нет пока. Ты шуру давай. Откуда здесь? Я ругался на Сларка, а Сларк вроде убивает. Да не кончен на самом деле. Вот этот вот пуч, он... Вот это преимущество вайпера, которое он заработал. Варды бы поставить на нижнюю. Я его, наверное, сейчас замочу. Не слышно. Блять, я опять боюсь пуджан, но он, сука, же придет. Заминировал все. Кусок это. Чеки, помоги, можно вайпер разобрать, ты ждай фису. Этого говна, блять. Да, я пока замучу, потому что мне неудобно разговаривать. Пудж. Он кончен, он 3 раза пришел, 1 раз хоть убил Сларка, но он 2 раза фиданул там. Да, по-моему. Это откуда опять вышло? И получилось так, что преимущество, которое вайпер там заработал, он, считай, потерял его. Пуч это преимущество ему слил. И теперь Сларка убить вайперу трудно. У Сларка есть левел и... Ему большего и не надо. Но он сейчас походу сдохнет. Или нет, смотрите. Малорик. Где я тебя хильну? Воробей, ты чё, блядь?
тут же убить. Ой, блядь, где он там? Хильну сейчас, 2 секунды. Хорошо. Пуч конченый, просто конченый. Я думал, что он умный, типа ходит мне, ганкает все дела, но он просто ходит фидит. Такой раз просто он приходит фидит. Один раз получилось убить, и все. Ну теперь-то. Один раз получилось убить, потому что. Ну заебал ты пиздец. Когда? Потому что я невнимателен был, я не видел СС, да, и как бы, ну, не ждал его. А теперь я жду и во все оружие готов. Давайте ему пизды. Да. Вообще, конечно, я рассчитывал на то, что он пойдет дальше, а он развернулся. Как вот так вот. Так я ж тебя хильнул бы. Шей. Да ладно. Ништяк, ништяк. Пуширами. Че, маны давай? Дайте вышку залазить. Пожалуйста. Все. Я там до дагера копейки. Сейчас ботинок дофармлю как раз. Уже есть. Without a doubt. Сейчас будет время, ребят, еще продолжить по поводу комментариев, да, которые пишут какие-то недалекие люди. О, Даймон. Сейчас видишь. А-а-а! Я даже я тут легион. Не смог его пустить. У меня дагер 5 секунд. Ну их там что-то дохуя, по-моему. Давай этого, слышишь, минера надо. Ну тут вард или что, я не знаю. Оп. Да как вы? Вот так. Ой, чувак. Да. Охуенно, братан, живем! Живу, блядь! Это как вообще? Ну, шейкер, конечно, охуенно. Заебись. Пушируйте, пушируйте, пушируйте. Шейкер, давай на дагер фастом. Engage.
Я, конечно, туда не пойду. Все-таки опасно. Так, что собирать? Возвратку? Возвратку, да? Ну, пойду пока лес поколупаю, там подфармим уже. Посмотрим. Without a doubt. Take the field. Здесь минирует уебок. To the vanguard. Да, 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 блядь, естественно. Кот, уйди отсюда. Ну так играть, конечно, без вардов это полная хуйня. Они, блядь, этот пуш конченый. О боже, блядь. Пока у нас вардов не будет, мы, во-первых, не будем их убивать, а во-вторых, мы будем от них умирать. Они будут гангать, а мы не сможем видеть ганги и предотвращать все. Типа, блядь. Если саппорты соизволят варды купить, то нормально, а если нет, то проебем эту игру. Прыгай, Регион. Жей кирпису дай. Да какой там, блядь, пуч все где-то стоит. Вон это жирное уебище. А чё не утонул, петух? Ты чё, дурачок? Он заминировал где-то или что здесь? Ну да, путь не ходи туда. Пойду уже. Но играть без вардов, я сразу скажу, мы проиграем эту игру. Тупый минер, блять, нас вынесет. Бочки.
Можешь прыгать, Геон. Давай. Помогите. Обидно, что дайте его. Скай, сломай бочки, бочки. Ну, вард, вард, сбей шейкер. Слушай меня. Сука, говно, я не успею, походу. Хуя, шейкер у один убит. Хорош. Хорош. Вообще, конечно, по-хорошему надо с ним ходить. О, ништяк, ништяк. А, нихуя не ништяк. Да? И что, блядь? Ты чё, ёбнутый? Сларк, как бы я на тебя рассчитывал, ты где, блядь? Не видел. Ладно. Кстати, в предыдущей игре Пуч у меня стоял на этой же линии внизу. Я не знаю, может это он же. Не исключено. Ну, он вроде это. Я даже не помню, как он играл, но вроде не фидел. Здесь, конечно, Пуч конченый. Какой-то. Пойду за маной. Так, что будем мы с вами собирать? Вообще по-нормальному. Ты чмо ебаное, блять. Ну гандон, 400 нахуй голды ушло у меня. Ну чмо ебучее. Буду собирать Мьёльнир, потому что Люзи, хотя у меня и первая способность есть, но типа, блядь, так будет эффективнее, эффективнее. Это говнище, конечно, минёровское, блядь. По поводу комментариев, я много матерюсь, да? Я и буду всегда материться много, и что исправить невозможно, я не могу спокойно реагировать на
игру, когда в твоей команде какой-нибудь долбоёб, да? А не могу спокойно говорить. Вот, смотрите, ребят, вот за меня сейчас играет дурак, который очень плохо сделал. Вот так я должен, что ли, говорить или что? Я скажу по-русски, он долбоёб, который играет за меня, всё. Чё ещё надо? Как бы... Так... Шейгер, что за фиссура такая? Я не знаю, я убью его или нет, или он меня убьет. Ну, можно попытаться хотя бы. И возвратку забыл, кстати говоря. Да, про возвратку я забыл. Пошел нахуй, животное. Забыл я, потому что все время разговариваю. Это, конечно. Так вот, по поводу матерюсь. Да, буду материться. Если не нравится, можно не смотреть. Дальше. Что-то хотел тоже еще в начале сказать, но уже подзабыл. Сейчас вспомню. Так, щиток продаем. 2 ТП. Сюда. Хотя... Шейкеру, в принципе, даггер есть. Что еще тебе надо? Что тебе еще надо? Что тебе надо? Не боюсь ходить по нашему лесу за этого конченого минера. Надо было брать Хускара и не париться. Чао, бомбина, сеньорита. Ах ты сучка! Чё, когда он мины взрывает при моей возвратке, ему не наносится урон? Охуенно, блядь. Вообще, я думал, что наносится. Ну ладно. Продолжим про комментарии. Какой-то долбоёб писал, что... Какой смысл добавлять тебя в друзья, у тебя нет каких-то... Ну, типа, я не дружу ни с Дэнди, блядь, ни с прочими известными людьми. Какой смысл тебя отболеют друзья? Бла-бла-бла и прочую хуйню. Я не знаю вообще, каким надо быть маразматиком, чтобы писать подобную хуйню. Ребят, если вы бегаете, блядь, за какими-то известными людьми, там, я не знаю, стримерами, блядь, и те, кто на Ютубе что-то снимает и так далее... Окей, блядь, это ваше право, но я никогда не бегал ни за кем. Мне абсолютно не важно, блядь, человек или пиздец какой известный, или неизвестный. Если мне этот человек не нравится, то, блядь, он мне нахуй не нужен. Пусть он, блядь, не знаю, принесет мне, не знаю, мне какую славу, если я с ним буду дружить. Нахуй мне не нужен. Если человек адекватный, нормальный, вот с ним я буду дружить. И мне не важно, сколько у него там, блядь, подписчиков на Ютубе. Мне не важно, вообще занимается ли он Ютубом или просто играет в Доту. Я буду с ним общаться, если он нормальный, адекватный, и у нас там общие взгляды в каком-то, там, блядь, не знаю, например, в Доте, да? Все, мне этого будет достаточно. А бегать я ни за кем не собираюсь, никогда не бегал, и мне это не интересно абсолютно. Просто я так понимаю, что комментарии подобные пишут там люди 15-14 лет, что ли. Ну, просто у меня нет других объяснений. Как бы возраст мой... Сейчас я убью фантома.
Или не убил? Все. Навоевался. По поводу возраста. Я достаточно, не знаю, взрослый, что ли, чтобы за кем-то бегать. Тем более, это какие-то игры, блядь. Мне это не очень интересно, на самом деле. Я никогда не собирался добиваться каких-то, ну, серьезных успехов на Ютубе больших. Я снимаю только потому, что мне это нравится. Я играю только потому, что мне это нравится. Вот. Как бы, блядь. По поводу того еще... Намного стулов развел. Комментарии, что у тебя нету фанатов. Да, у меня нет фанатов. И это я говорил еще, когда только начинал снимать видео про Доту. Я всегда говорил, что у меня нет никогда фанатов и не будет. У меня будут только зрители, люди, для которых я снимаю эти видео. Все. Фанаты мне не нужны абсолютно никакие, блядь, никогда. Неважно, чем бы я ни занимался. Это все. Команда нормально играет, а я вот как Ишак. Хорошо. Хоть и счет у меня 8-4, но как-то я. Блять, я опять возвратку забыл. Ну я ему делал. А чё Дэгмэл не занул? Да я забываю про него, я заебался уже. Блять, конечно, здесь, да, ребят, я вот с этим блэкмейлом, блять, тупо про него забываю все время, все время. Надо уже заходить. Так. Купите гем, кто? Все. Если бы я не забывал Blackmail нажимать, у меня бы уже дуэлей было. Еще плюс, наверное, столько же атаки. Просто разговариваешь и, блядь, по большей степени это из-за этого. Так, что у нас там еще осталось докупить? Чеки, соло убивает фантома. Но здесь фантом на самом деле у них не вывезет, потому что у нас есть шейкер, а у нас есть легионша, тем более. Хотя бы тот же кунька. Кунька. Блять, вот это я, конечно, поздно сделал. Я уже испугался, блядь. Денег нет. Уёбище тупорылое, блядь. Но я не пойду больше, я в пизду. Пока, блядь, не будет кого-то гема, я никуда не пойду. Я ебал.
них что, вард стоит? Минер у них 13-2. Все потому, что у нас нету гема с интрей. Хотя бы чего-то. Гоу, помиду. Помиду меня ДДшкой. Гем уже есть, не пикут по всё. Дай мне гем, петул, петушок, я живучий. Гем, дай мне, петул. Гем. Что вообще легко. Смоки подберите саппорт. Мы у них же их убьем, блядь. Выложили смоки. Красавчик. Чё, отходим? Согласен. Давай, я буду шейкер. Эй, гоу поверху турбазы берём. Чё? Или гоу Рошана. Чё там будет? Не гоу поверху. Ну, можно Рошу, я не знаю, может я даже один его заберу. Ну, у них, мне кажется, здесь варды стоят, поэтому, блядь. Не очень мне хочется идти туда. Пойдем, шекер. Только вы аккуратно. Не-не, я на Рошан не пойду. Я пойду, пошли с мной. Хорошо, напомни. ВД ульту слил. Да они уже на самом... Ой. А, понятно. Хуя себе, пизда тебе, братан. Да, понятно. Вы это гем заберите. О, курица. Учитель, тройка. Походу жесткий он. Не-не, отходим, отходим. Там, блядь, идут уже. И не осилил его, блядь. Тонкий больно. Че, короче, надо ждать Сларка и заканчивать. Что тут еще, блять? Фантом у них конченый, пуч конченый.
Что у них у других по счету? 8-12 вайпер. Тоже, блядь. Какой-то он не пошло у него. Хотя ФБ сделал, по-моему, да? На Сларке. ФБ это было или нет, не помню, но убил. Че, погнали по этому, по верху? Да, гоу. Че я здесь делаю, блять? А че это? Как я сюда попал, я не понял. Дай мне второй скилл потом, а то у меня опять скилл очень маленький. Ну что-то вообще легко. Согласен. Полетел. Что-то как-то они вначале бычили, потом стоило нам пойти вместе собраться, все. Ну вот этот вайпер, который ФБ сделал. Шейкер, что за фиссура, алло? Все. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Намко. ГГ, мои друзья. ГГ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, все равно ставьте лайки. Всем пока.